Потерянные или украденные вещи, побои или привод в полицию могут добавить негативных красок на утро после застолья. Хмельному Гарри люди не отдают отчета своим действиям. Приводят в дом случайных людей для распития алкоголя, а затем становятся легкой жертвой злоумышленников. 19-летняя жительница Воркуты познакомилась с молодым человеком в одном из ночных клубов. После недолгого общения пригласила его в гости. Утром молодой человек не стал будить спящую хозяйку и покинул квартиру. А перед этим прихватил дорогостоящий телефон, игровую приставку и даже перевел деньги с банковской карты потерпевшей на свой счет. Таких случаев, к сожалению, встречается очень много. Выпили, познакомились, позвали в гости. А на утро ни нового знакомого, ни денег. Поэтому для посиделок нужно очень тщательно выбирать компанию. Лучше, если это будут знакомые и проверенные люди. И ни в коем случае не стоит перебарщивать с горячительными напитками. Сыктывкарец после алкогольных возлияний оказался в больнице. Молодой человек выпивал с новыми знакомыми также в ночном клубе. После застолья молодые люди вышли на улицу. В разговоре внезапно вспыхнула ссора. Один приятель ударил другого по голове, а после запинал лежачего до бессознательного состояния. В итоге забрал сотовый телефон, наушники и скрылся с места преступления. В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался 18-летний сыктывкарец, который уже попадал в наше поле зрения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и совершения кражи. Похищенный телефон изъят в ходе личного досмотра и возвращен владельцу. В алкогольном угаре можно легко стать не только жертвой, но и виновником происшествия. Например, сесть пьяным за руль или оказать сопротивление полицейским, прибывшим успокоить шумную вечеринку. За применение насилия против стражи порядка и даже просто высказанную угрозу можно лишиться свободы на срок до 5 лет. А если нападение будет вооруженным, колонию могут отправить на все 10. Каждый сам выбирает, как провести выходные и праздники. Самое главное – не переборщить с количеством выпитого. Для собственной безопасности нужно тщательно выбирать гостей, которых пускаете на свою территорию. А если к вам возникли какие-то вопросы у полицейских, нужно постараться урегулировать их в спокойном русле. Так вы сохраните здоровье, имущество и, самое главное, лицо в глазах окружающих.